Всегда, когда приходим убирать квартиру, обязательно смотрим почтовые ящики и забираем оттуда клиентские ключи. В случае с код забоя 31 мы обязательно смотрим и почтовый ящик, и сейфик, который находится рядом с парковкой. Конкретно здесь на Коцубуе почтовый ящик находится в этом здании. Например, в почтовом ящике вы видите, что очень много макулатуры, как сейчас здесь, то это все не нужно складировать, это мы можем просто все выбросить. И здесь мы наблюдаем, что ключей нету. Это значит лишь то, что клиенты оставили ключи в том сейфике, который находится на парковочном месте. В случае, если здесь ключи есть, то мы их забираем, обязательно проверяем сейфик. И если в этом сейфике нет ключей, значит эти ключи, которые в почтовом ящике, мы кладем туда в сейфик. Если в сейфике уже ключи есть, тогда клиентские ключи мы отправляем в контору. Сейфик находится рядом с парковочным местом номер 8.